Лейбористы и консерваторы обрушились с критикой на главу внешнеполитического ведомства Великобритании Лиз Трасс. Как считают оппоненты, Трасс, претендующая занять пост главы правительства вместо уходящего в отставку Бориса Джонсона, повела себя недипломатично. В четверг на предвыборном собрании консерваторов в Норвиче Трасс задали вопрос, кем является президент Франции Эммануэль Макрон, другом или врагом. «Пока не ясно», — заявила Трасс, — «но если я стану премьер-министром, я буду судить его по делам, а не по словам». Теневой министр иностранных дел, лейборист Дэвид Лайми, написал в Твиттере: «Сейчас самое время для Запада и наших союзников оставаться едиными, несмотря на попытки Путина нас разобщить, и не ввязываться в мелочные ссоры с Францией или ЕС». Консерватор Алистер Берт назвал ответ Трасс серьезной ошибкой, отметив, что ей бы надо отказаться от своих слов. Прокомментировал сказанные Трассы, находящиеся в Алжире, президент Франции Эммануэль Макрон: «Кто бы ни был лидером Великобритании, я бы ни на секунду не сомневался с ответом. Соединенное Королевство – друг Франции». У союзников по НАТО есть разногласия по ряду проблем. В их числе статус Северной Ирландии и вопросы, касающиеся рыболовства.